Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Турции, в регионе Кемер. Мы будем с вами инспектировать отель Лариса, Акман. Ресепшн небольшой. Да, ресепшн небольшой. Территория отеля состоит из бунгало трехэтажных. Зеленая, очень много зелени, растительности здесь. Мы его инспектировали несколько лет назад, этот отель. Посмотрим, что сейчас произошло с этим отелем. Тут такой момент есть, что лифтов нету. И если ваш номер находится на третьем этаже, то вам чемодан придется нести руками. Представитель отеля. Главный ресторан. Тут, в принципе, вся территория, он компактный. Бар возле бассейна и на пляже. Здесь мелкая галька, нету насыпного песка, и при входе там уже более крупная галька. Стандарт. Большая кровать, ковровое покрытие, ковролин, раскладное кресло. Катя, я тебя фотографирую. Кондиционер, телевизор, ванная комната. Душевая стойка. Балкон с видом на соседний отель и частичным видом на море. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Viking Touristic. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.